Итак, на стадионе Зимбру перерыв. Первый тайм завершился. Пока ведет Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. Как прошли первые 45 минут, расскажет наш корреспондент прямо из эпицентра футбольных баталий, Екатерина Гончарук. Ну что, друзья, самый перерыв. Сейчас команды постепенно, особенно вот запасные, возвращаются на поле. Тренерский штаб возвращается на поле. Что хочется сказать о первом тайме? Манчестер Юнайтед ведет 2-0. Кто переживал, есть ли Роналду в старте? Он был. Первый гол в ворота Шерифа забил Санчо, а второй с пенальти забил Криштиану Роналду, и весь стадион вместе с ним исполнил его вот эту фирменную «Си». Все кричали, все наблюдали. Что можно сказать по игре в первом тайме? У Шерифа меньше владения мячом, но это не говорит о том, что меньше атак. Наоборот, игра и для зрителей, и по статистике равна. Такие напоминают футбольные качели от ворот к воротам. Стоит еще отметить нашу новую стену Максима Коваля, который выдержал такие нападки, атаки Манчестера. Ну и, конечно же, стоит отметить Де Хея, который тоже сегодня не скучает. Шериф не дает ему продохнуть. Вот такой был первый тайм. Ну, а мы возвращаемся на поле, будем следить за игрой вместе со стадионом. Вы слышите, какая тут атмосфера. Так что продолжаем смотреть крутой футбол, болеть за нашу команду и наслаждаться этой футбольной феерией.